Да какой миник-то, ё-моё. Опа, карту нашел. Хорошо. Чел мелькнул тут, ага. Партизан. А вы аут? Чел дальше не пошел, интересно. А куда она поехала-то? Камень просто этот. Я чел где-то тут просто бегал. Он может быть еще в доме. Спасибо за тачку.
он дальше не пошел? Так-то ФАМАС нормальный ган был. Хорошо стирает, да? Купил новый компикс 3050 вместо 960. Разница небо и земля. Осталось скилл потянуть, и будет кайф. Поздравляю, здорово. Хорошее приобретение. ФАМАС. Это что, лодка? А, он тут может, в принципе, он так хочет, да, наверное, проплыть? Или что? Максимально странно. Дерево, блин, насажали. Владимир, приветствую. Недавно играл, чуть не стошнило. Надо в скваде играть. От третьего лица, от первого это фул зашквар. Просто кто кого пересидит, блин. Типа выглядит красиво, но... Его типа БРДМ. Нет.
Пушка убийственная. Добрый вечер, СТВГ. Блин, нет, на самом деле прикольная пушка. Без рофла. Каску надо заменить. И пойти вот этого, наверное, убить. Чел мне сюда только что приехал. Как будто бы да. Так, ну 8 у меня есть. А куда он приехал? Пока что не могу заспотать. Наверное, в будке, да. Будка закрытая была, когда я ехал. Память как у орла. Не сваншотил, а что-то его. За камень, что ли, стопнул? Нет, дальше уехал. Че, можно 20 скиллов оформлять топ-1 и каточку на YouTube с ФАМАСом, да? С ФАМАСом у нас еще нету вроде каток. Насколько я помню. Как вам идея? Я думаю, это очень хороший план. Только нужно не нарваться на какого-то чувака. Так, тут закрываются. Это, походу, мой 15-й фраг сейчас будет. Да. А им вайм вантапс. НТ вантапс. Да если наглянем, можем и, в принципе, киллов, наверное, даже 25 сделать. Но это с учетом того, что мы нагло сыграем. Наверное, аптек возьму. Опять же, нагло не означает безмозгло, да? Я не хочу вот просто с домами файтиться.
заходить в какие-то дома. Лучше на ранже где-то побегаю. Тачка. Заглушилась. А, приехала в этот. Ваншотнем? Обязательно. Дальше можно, в принципе, вот этого закрыть. ДМРки нам не особо страшны. И он еще по кому-то стреляет. Слева тачка какая-то стоит у меня. Вижу типа. Не смогли пробить колесо ему. Так, там ног. Я думаю, нужно сюда сходить. Так, он его добил. Скорее всего, сейчас в зону, да, пойдет? Надо у него пятерок забрать, он играет на пятерках. Немножко забуститься. Где-то чел сверху у меня еще сидит или играет, или что он там делает. И где-то тут. Третья каска. Вот этого бы найти. Два шота в третью касочку. По идее, вот этого должен убивать, успевать. Он от зоны откиснет? Нет, он мой. Не, к тому за третьей каской я не пойду, спасибо. Это фул. Неправильно бы было. У меня тут горящая тачка. Скорее всего, у меня вот в этом домике чел есть. Либо за камнем. Так, ну что ж, мы это, конечно же, проверим. Если у нас кто-то тут. И он тут был. Логика присутствует. Ну что, оформляем 25 с ФАМАСом. Или даже 26. Я могу слить эту катку только в одном случае, если меня вот этот чел шотнет. Шеди. Так, ну все, я все про всех знаю. У меня сверху чел. И вот там. И мне теперь... Я, наверное, этого, так как я его заспотал, и там зона. Наверное, вот с этим я в упоре подерусь, так как у него коряк. Вот, и потом задним как-то разыграю. Скорее всего, этот чел пойдет в кемп. В этот...
Скорее всего, он в этой сидит. Нет. Значит, за забором. Отхожу. Он там тоже хилиться будет. 18 патрон, я думаю, мне хватит. Ну и все, и ластовый остается. Ластовый у меня там, он сейчас дроп залутает. Я надеюсь, у него не будет авика какого-нибудь. Или P90. Потому что что-то мне подсказывает, что P90 сильнее, чем ФАМАС. Но 25 будет, 25. Нормально. Если выиграем, 25. Это прям хорошо. Да, но он где-то там у меня. Потому что там последний файт был. Ладно, ребят, у него зоны все равно нет. Ух! ФАМАС по 90 не перестреливает. Чё, по 90 перестреливает. Там скорострельность выше в разы. Ровно в голову летело. Он до сих пор там. Ну что ж. Я думаю, можно сделать вот такой вот мув. Я помогу ему просто. Ой. Сюда просто. 25, нормально. Ну, с ФАМАСом это как бы хорошо. Бодрая пушка, бодрая. Бодрая.